Всем привет, мои дорогие подписчики! Меня зовут Настя, и сегодня я хочу с вами нарисовать, как вы видели на превью, кубик льда. Для этого нам понадобится вот такой набор гуаши. Можно взять акрил, можно акварель, лист бумаги, палитра, где будет разводиться краска, стакан с водой и кисти от большой до маленькой. Приступим. Начну я с наброска. Возьму маленькую кисть. Наберу синенькой краски, возьму беленькой краски. А у кубика края не должны быть очень ровные. Это не геометрия. Постараться передать максимальную реалистичность этому рисунку. И вообще он как подтаивает даже немного к низу. Вот примерно набросочек. Вот так вот. Приблизительно. Ну и здесь какие-то капли будут. Небольшие. Так, начну я заполнять фон. Возьму кисть побольше. Возьму вот этот оттенок синего. Беленькую красочку. И немного, прям чуть-чуть, зелененькой. И вот таким цветом я заполню фон. Где-то беру больше белого. Здесь прям светленьким, прям до бела белым с одной стороны. Примерно так. Дальше здесь впереди у меня уже будет потемнее немного. Это уже идет передний план. Вот так, а впереди прямо вот здесь посветлее. Здесь уже идет темнее кусочек. Вот так. Дальше немного определю. Вот это у нас будет вода, потому что кубик у нас будет таять. Определю эту воду сейчас. Возьму синий, возьму немного зеленого. И вот темненьким цветом пройду вот так вот краешки. Немного уже поопределяю цвета. Вот так. А дальше здесь уже внутри делаю белее. Светлее и сравниваю все цвета, чтобы не было никаких полос, чтобы постараться вывести один цвет, чтобы сильно ничего не выделялось. Приблизительно вода сделана. Ну, немного бликов еще поставлю. Вот здесь вот светлее идет. Вот здесь вот светлее. Дальше я хочу нарисовать немного капель. Я возьму кисть вот такой вот толщины. И как я их нарисую? Я возьму вот голубенький. А дальше они совсем исчезают, исчезают. Здесь немного. Так, но как они идут? Они идут вот так внизу потемнее, здесь посветлее. Дальше я возьму кисть толстую, немного поопределяю кубик. Как я его сделаю? Я его пока что закрашу просто голубеньким. Просто однотонным цветом. Пускай немного он подсохнет. Я сейчас пока что поопределяю немного прям бликов. Возьму желтый, ой, охру с белым. И вот так вот, вот здесь вот прям сделаю угол очень светлым. Дальше немного вот здесь этот цвет будет.
еще попадаться. И немного вот здесь. Вот так. Немного этот цвет идет вот здесь вот. Попадается. Прям блики небольшие. Ну и этот угол тоже немного бликует. Вот этот нижний край, он очень светлый. Он самый светлый. Дальше я возьму, наверное, среднюю кисть. Взяла среднюю кисть, возьму черный, намешаю с другим оттенком синего, прям темный-темный цвет такой, и с другим еще оттенком. Вот такой темный цвет, и я этим темным цветом немного, даже еще чернее, прям черный отдельно возьму, и прям черным, где здесь немного тоже ее идет. В общем, немного отрывочно кое-где. Сверху тоже обязательно вот здесь вот будет темнота. Тут чуть-чуть совсем. Так. Ой, немного у меня отошел край. Немного отошел край. Я возьму... Вот у меня есть двухсторонний скотч. Ну, я не знаю, по-моему, называется двухсторонний скотч. Двухсторонний скотч. И вот так вот приклею, чтобы держалось. Все. Дальше синеньким цветом обязательно. Вот такие вот переливы идут. И вот они везде вот такие вот идут переливы небольшие. Здесь идет вот так вот. Кое-где, в общем, другие оттенки должны быть. Немного вот здесь вот должно быть. Здесь обязательно другой оттенок синего. А что дальше? Дальше беленьким тоже возьму и немного вот так вот кое-где попровожу. И темненьким немножечко пройти и сделать краешек. Ну, а дальний, конечно, край, он совсем до светлоты светлый. Здесь прям чуть-чуть вот так вот подчеркнуть, что это кубик. Дальше хочется определить немного тени. Здесь тоже вот так вот переходит эта тень. Дальше здесь тоже немного. Здесь тоже темнота небольшая. Здесь тоже немного темнее. Вот блик. Возьму прям вот, окуну в краску палец. И вот блики провожу вот так. Вот так. Ну и, конечно, самый главный блик вот здесь идет. И немного, немного с желтинкой он идет. Прям чуть-чуть. Дальше я должна вот это вот все вот сравнять. Я вот не хочу оставлять вот эти вот полосы такими. Я хочу их немного вот как бы единым сделать. Капельки хочу рисовать. Возьму тонкую кисть и вот здесь вот нарисую самую большую капельку. Она идет, значит, вот так. И сюда идет. Вот. А как они идут, значит, дальше? Беру синий, темно-синий беру, с черненьким чуть-чуть намешиваю, и вот темным цветом прохожусь внизу. Зеленоватого беру белый и таким цветом прохожусь, синенького немножко прохожусь по краю. В общем, делаю немного переход, делаю белые блики вот так, немного темноты тоже добавляю.
Вот хочется прям черноты взять и черноты вот сюда вот, вот так вот добавлять. Пусть оно будет немного. Обязательно черноты. А дальше идут капли уже здесь, уже на самом кубике. Я их просто вот так вот точечками определяю. Светлые точечки, но вот на этой точечке нужно сделать вот тут вот, вот так вот блечок. А дальше выше у нас идет уже вот такой вот темноватый цвет навожу. Тонкая кисть, вытерла кисть. И прям вот так вот, почти без краски. Вот так кое-где делаю небольшие дуги. Вот дуги я эти сделала, и теперь светленьким цветом немного добавляю везде. А дальше сверху. Вот сверху очень важные должны быть капли такие. Навожу темный с синим. Вот навела вот такой темненький и делаю вот здесь вот одна капля. Вот. До черного фона дошла, все убрала. Теперь белую красочку и белый вот так вот верхушечку добавляю. Там уже идут светлее намного. Вот они светлее, тоже такие же дуги, но светлее. Вот так и светленькой краской уже добавляю. Вот такой прикольный кубик у меня получился. Вот такой замечательный кубик у меня получился. Рисуйте, творите, предлагайте идеи, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем буду очень рада. Давайте творить вместе. До встречи в новом видео. Пока-пока.